Челябинские полицейские задержали подозреваемую в ограблении 79-летней пенсионерки. Женщина уже признала свою вину, в отношении нее возбудили уголовное дело. О том, как все происходило, рассказала сама задержанная. Я сделала цепочку из пожилой женщины. Расскажите поподробнее. Шла по двору, увидела женщину пожилую. На шее висела цепочка золотая. Я сдернула с нее, убежала. Взяла цепочку в ломбард. Известно, что инцидент произошел днем возле жилого дома по улице 40-летия Победы. То, как женщина убегает с места преступления, записала камера на подъезде. Благодаря этому полицейские задержали подозреваемую по горячим следам. Ей оказалась ранее судимая 35-летняя челябинка. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Женщина созналась в содеянном, теперь ей грозит лишение свободы на срок до 4 лет.